Мои двери открыты для всех жителей Гагаузии, для всех тех, которые реально хотят в стране что-то поменять. Я хочу в своей команде видеть представителей Гагаузии, которые будут отвечать за регион и прекрасно будут понимать, что у нас задача номер один – это национальная идея побороть коррупцию. Сегодня все те, которые готовы реально бороться за будущее нашей страны, значит, мои двери открыты для вас, и поверьте, что мы с вами сделаем намного больше за год, чем сделали предыдущие за 30 лет. Я хочу поблагодарить жителей Гагаузии всегда за теплый прием, за ваше доброе отношение ко мне. Вы знаете, что в течение всех этих лет, был я в стране или не был, я помогал Гагаузии, буду это делать всегда. Просьба к вам, не голосуйте за кого угодно, не голосуйте за помятые кульки, не голосуйте за участников кражи миллиарда и за всех тех, которые вам обещали. 5 депутатов в парламенте из Гагаузии, обещали вам 3 законопроекта, обещали вам все, что угодно, лишь бы вас обмануть и получить ваши голоса. Всем молдавским политикам, за исключением меня, никогда не были нужны жители Гагаузии. Им нужны были только ваши голоса. Голосуйте так, как подскажет вам ваше сердце. Потому что я уверен, что и в Гагаузии, и во всей Молдове может быть все по-другому, и мы это сделаем. Надо будет вместе с вами, возьмем вилы, не помогут вилы, возьмем монтировку. Но мы вычистим всю страну от тех негодяев, которые грабили нас до сих пор и грабят сегодня. И неважно, какая у них должность и какой у них протеже, на Западе или на Востоке.